Здравствуйте, меня зовут Заитова Софина. Сегодня я вам покажу мастер-класс, как сделать букет из денег. Начнем с того, что нам понадобится самое основное – это деньги. Конечно, желательно поэкспериментировать на ненастоящих деньгах, то есть любые, какие вам нравятся. Для одного цветка нам понадобится около 5 купюр. Этого, в принципе, достаточно. Начнем с того, что мы подготавливаем купюры. Нужно какую-нибудь взять палочку, карандаш, в принципе, это без разницы. И сгинаем вовнутрь уголки каждой купюры, чтобы придать им форму своего рода бутона, цветка. Первую купюру, все 4 уголка мы должны скрутить будем вовнутрь. Это у нас будет служить нашим бутоном. После того, как все скручено, приступаем к следующим купюрам. Скручиваем уголки. На остальные все бутоны желательно 2 уголка в одну сторону скрутить, а вторые 2 в другую. После того, как мы подготовили все 5 купюр, нам нужно подготовить основу для цветка. Для этого нам нужна, обычная, желательно, конечно, зеленая бумага под цвет нашей зелени и палочка. Для этого можно использовать либо шпажку для шашлыков, либо карандаш, что угодно, что у вас есть под рукой. И начинаем скручивать эту бумажечку на палочку, чтобы образовать основание. В принципе, этого нам достаточно. Теперь мы закрепляем наше основание резиночкой. В принципе, обычные резинки для денег. Итак, самый основной момент, мы берем самую первую купюру, которую закрутили вовнутрь, и складываем ее пополам, разводя концы. И так нужно сделать со всеми купюрами. Итак, мы берем нашу подготовленную купюру и посередине продеваем резиночку. Получается вот такого рода купюру. Резиночка нам нужна для того, чтобы закрепить. И таким образом мы крепим нашу купюру к нашему бутону. Так. Таким образом нужно закрепить все 5 купюр бутону. Мы закрепили последний лепесточек, таким образом заканчивая. Для букета нам понадобится таких 5 розочек, а также желательно зелень, любую зелень искусственную, которую у вас есть дома. Теперь, когда у нас все готово, самое важное — это собрать наш букет. Мы берем нашу зелень подготовленную, цветочки, и собираем в букетик. Теперь готовый уже собранный букет я заворачиваю в гофрированную бумагу. В принципе, ее сейчас можно приобрести даже в канцелярских магазинах, это сейчас не проблема. И вот у нас сегодня получился вот такой вот букет. Вообще считается, подарить такой букет — это не только радость и улыбка, но также он приносит богатство, так как деньги — это символ богатства. Всего вам хорошего, до свидания.